органично вторгаться, вот, в, начав воспринимать высокое, высокоталантливое, гениальное музыкальное произведение в таком талантливом, в таком профессиональном, в таком, я бы сказал, высокоэмоциональном исполнении, как подарили нам участницы этого замечательного дуэта, но тот повод и та миссия, которая на меня сегодня возложена, просто ну, не дает мне возможности не воспользоваться этим случаем. 40 лет существует этот дуэт. Вот, особенно к молодому поколению хочу, к среднему даже обратиться. Вот 40 лет назад я был студентом, второкурсником Пенинского пединститута. За эти 40 лет прошло, тут уже успел превратиться в ветерана пенинской культуры, который уже называется часто там ксакалом, ветераном, и для молодого поколения кажется, что, так сказать, я всю жизнь там в этой пенинской культуре, а тогда еще только-только студентом. А 40 лет дуэт, что такое быть 40 лет на гребне успеха, что такое быть 40 лет законодателем мод вот, в своем направлении, вот, вот именно дуэтом таким неповторимым, ни с чем не сравнимым. И все мы, здесь собравшиеся, ну, прежде всего я отношусь к вам, к уважаемой публике, я не говорю уже об исполнителях, профессиональные музыканты, люди, понимающие, ценящие музыку и профессиональное музыкальное искусство. Да, подойдите поближе ко мне, потому что сейчас мы приступим тут к интересной и заслуженной церемонии. Так вот, это же надо вкладывать, какой огромный труд, имея какой огромный талант, имея какую огромную целеустремленность. Менялись политические системы, менялись руководители управления культуры, менялись руководители музыкального училища, менялось все. Оставался инструментальный дуэт, который все время ну, радовал ежегодно, вне зависимости от ни от чего своих поклонников, а значит, подлинных ценителей высокого искусства, музыки классической, своим незаурядным, по-настоящему талантливым, еще раз хочу подчеркнуть, высокопрофессиональным мастерством. И это, конечно, феномен, не знающий аналогов в истории нашей музыкальной культуры, нашей Пензы и всей Пензенской земли. И вот они, авторы вот этого и творческого подвига, и творческого свершения, и творческого долголетия, и образец для всех нас, вот и вот хорошая целеустремленность. И самое главное, та щедрость, с которой они 40 лет делятся своим талантом, помноженная на огромный труд, на огромное терпение, на огромную жизненную стойкость. Я просто преклоняюсь перед вами, перед вашим мастерством, перед вашим талантом. Поверьте, я не профессиональный музыкант, я воспринимаю просто как вот ваше искусство, как слушатель, но каждое общение вот с вашим концертом, с исполнением классики мировой, музыкальной, ну это еще одно обогащение души любого человека. Вот такие фразы я хотел сказать вам, наши гости. Как я уже и сказал, в силу того, что сегодня целый ряд у нас разных творческих мероприятий, но я не мог не прийти сюда, и в силу того, что просто я помню, начиная с тех же 70-х годов, как в Лермонтовском празднике, впервые там вот напротив могилы отца Лермонтова появился инструментальный коллектив, который там исполнял музыку и какое-то впечатление производил. Я, ну, есть что вспомнить и есть чему порадоваться сегодня. Но сегодня я как официальное лицо, как заместитель начальника управления культуры архива, просто счастлив от имени губернатора правительства Пензенской области поздравить уважаемую Руфину Юрьевну с присвоением очень высокого звания нашей Пензенской области. Она удостоена решения губернатора Пензенской области Василия Кузьмича Бочкарева звания заслуженной работник культуры Пензенской области. Кто как не она, что мне выпала честь вручить удостоверение, народный знак и поздравить.
мы говорим сегодня о дуэте, и без Галины Поликарповны этот дуэт дуэтом бы не был, и ее ни с чем не сравнимая манера и эмоциональность в ее исполнении, ну, я думаю, не может оставить равнодушным никого из как высоких ценителей, так и ценителей просто, ну, зрителей, которые слышат классическую музыку и которые могут ей сопереживать, сочувствовать. Уважаемая Галина, вручаю вам почетную грамоту, губернатор Пензенской области, которая Васи Кузьмича Бочкарева, которую он наградил вас тоже. Thank you.